В Центре активного долголетия прошел праздник семейных пар. Среди гостей были первоцелинники, почетные железнодорожники, работники аэропорта и педагоги. Все они труженики тыла. Многие из них связали себя узами гименея больше 60 лет назад. О секретах крепкого союза из первых уст узнавала Гульнара Хасан. Иркан Дауэшев и Хамилай Батырова вместе со студенчества. Оба закончили физико-математический факультет, а после поженились. Воспитали 6 детей, а год назад отпраздновали бриллиантовую свадьбу в окружении внуков и правнуков. Думаю, к созданию семьи нужно подходить, лишь хорошо узнав друг друга, не торопиться с выбором. Важно понимать и уважать свою вторую половину. Мы оба педагоги, работали в одной сфере, всегда понимали и поддерживали друг друга. Наш совместный стаж работы почти 110 лет. Такой же рецепт супружеского долголетия у Валентины Францевны и Вальтера Ивальдовича. Семейная пара вместе уже больше 60 лет. Я считаю, что очаг домашний будет теплым, чтобы туда хотелось всегда возвращаться. Мы вместе жили в одной деревне. Наши родители были высланы в 1936 году с Украины сюда. Мы репрессированы. Учились в одной школе, закончили школу. В 1961 году мы поженились. У нас 2 дочери, 2 внучки, 1 правнучка. Считаем, что здесь наша родина. Мы здесь живем, работаем. Работают супруги в Совете ветеранов. Здесь считают важным не только организовать помощь и досуг людям на заслуженном отдыхе, но и рассказать о тех, кто своим многолетним трудом и примером внес вклад в развитие страны. После праздничного концерта гостей наградили памятными подарками, а школьники подарили им цветы. Такие встречи Совет ветеранов организует уже 2-й год. В планах сделать их традиционными. Гульнара Хасан, Канат Махмутов, 24 KZ.